Итак, друзья, мы уезжаем из дома. Котики, пока-пока. Все, мы скоро вернемся. Друзья, мы поедем на 108-й машине. И вот мы тут на месте нашего будущего Бантам Темпла вместе с Александром, который скоро отправляется на Ладогу и будет набираться своих сил. А я еду в Бантам Темпл. Здравствуйте. Ну, мы, конечно же, опоздали на поезд. Вот. Дочь Путина. А вас как зовут? Татьяна. Меня Любава. Пока, Наташа, пока. Просто класс. Петербургские наши девки. Итак, мы садимся в такси и едем в мастерскую. И будем объедаться булками. 6 мая 2022. Ты красива и добра, и мила, и весела. Ванька, Ванька сейчас сам круто посмотрит. Ибрахим, а ты умеешь играть на варгане? Ну, ты что? А взяли варган, да? Я взяла, все, блин, забыли, а я взяла вообще-то варган. Да, есть тебе. Кто забыл варган? Так, идет задачку. Я тебе дарю. Да? Мы едем на Финский залив. Ребят, вообще, а понимаешь, что мы едем рожать сейчас все вместе в Бантам Темпл? Я люблю роды. И вы все принимаете участие. Вы понимаете, сколько для меня, вот, ребят, это важно? И мы сейчас все вместе там побудем, пожжем костер. Кто взял спички? Я вообще на чили. Максимально спокойно, если я на чили. Не может обратиться. Ничего. Что вы обожаете? Мать, ты не против, если немножко рыбу позадам? Типа громче, поменьше, потише, полегче. Ну, ты начинай, и уже в процессе. Thank you.
Светка бег. Светка бег идет. Мы сейчас спросим, как Светка бег себя чувствует. Светка бег, как ты себя чувствуешь? О! О! Всегда вот так. Успокоились! Так, все, поехали! Газировка? Может быть, что-нибудь типа... Майкл? Так, всем мороженое. Манола, да? Да что, заезжаем? Давайте зайдем к ним в гости и поджемим. Очень, короче, странно это все, ну прикольно. Колечко для пары? Это для собаки, наверное. Домик совсем разваливается. Привет! Серафим! Можешь снять, как мы вот так вот сидим, стоим и машем лежим на этой? Вон там, иди сюда. Конечно, Иванёк там сзади демонтирует. Этот артефакт, как только этот артефакт приедет в Phantom Temple, и с этого момента начнется новая жизнь. Заходите в гости. Три метра такой. На, это твой бит. Тебе надо будет здесь штучку приделать. Благословляю тебя на все твои начинания. Отныне я Серафим благословленный. И на все мои продолжения тоже, да? Пожалуйста.
дорогие мои друзья. Я на месте Пантам Темпла, где начиналось самое удивительное мое приключение, которое продолжается до сих пор. Я благодарю каждого, кто вдохновил меня на этот путь. В этом месте происходили мои самые красивые трансформации. Благодарю Вселенную за возможность быть здесь. Наверное, в последний раз. Благодарю это место. Благодарю людей, которые помогли добраться сюда сегодня. Благодарю Вселенную за все возможности, которые мне она дает. Я никогда не забуду это место. Оно всегда в моем сердце. Пантам Темпл. В Пантам Темпле всегда можно послушать тишину, которая живет внутри тебя. И внимательнее рассмотреть все свои возможности, все свои способности, весь свой талант. Я очень люблю это место и благодарю за то, что это было в моей жизни. А это вот Ванечка лежит на фоне березы и сосны. Смотрите, какая тут береза и сосна. Это вообще... Они стоят себе как подружки. Ребята, всем привет с места Пантам Темпла. Домик передает вам всем приветики. Вот мы занимаемся, посмотрите, как вандализмом. Тырем цветы. Сейчас мы еще вот эти сосны выкопаем. Все забираем. Все отсюда забираем. Лизка, мне, пожалуйста, завернись вот эту березу со мной. Лизка, это наши с тобой деревья. Помнишь, как мы на них смотрели, на луну, да, сквозь них? Ну что, домичек, пока. Друзья, я сейчас нахожусь на месте Пантам Темпла. Вот. Мы побыли здесь. И в карантин проживали свои прекрасные дни в творчестве, в любви, в дружбе. И я бы хотела, чтобы это продолжалось. Пантам Темпл! Пантам Темпл! Предлагаю разуть ножки. А, хорошая идея. Спасибо тебе, что ты нас даёшь, Зая. Что ты нашёл? Вау. Thank you.
Короче, я хочу снимать свои клипы. Мы строили, строили! Мы строили, строили! И, наконец, построили! Ура! Ты моя девочка любимая вообще. Но ее точно надо с хвостом забирать, я думаю. А ты в чем? Я в порядке. Ты в спокухе. Ты на веселе. А она на камне. Пупсик. Ты на камушке сидишь, моя маленькая. И потом такая, нет, я не такая. Я хочу быть крутышкой с балалайкой. Да, бринди-бринди. Не перепутай с хэндбэлом. Не перепутай с хэндбэлом. Точно не Хэнк? Вот это тебе, а это...